Японцы крайне мало знают о России. Там даже туалетную бумагу не можешь купить. А ты, когда приехала в Россию, ты удивилась нашим стандартам красоты? Нет, я в шоке была. Бьюти-процедуры. С такими здоровыми губами. А японцы вообще не ходят в театр? Кому нужно вот щелкунчик летом, вот это снег и вот это пальто? Солнышко, котик и все такое. А в Японии есть такое? Ты моя баклажка. Скучно жить без приключений, скучно. Человека без них печален и угрюм. Пока крутишь фуэте свое ты, и я сошью свой ниндзяский костюм. Чего ниндзяский, да вы тайне укрытие. Вов! Вов! Что здесь происходит? Да я героиню нашел! Вов, не надо никого искать, надо работать. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Канон Карита. Япония. В 16 лет уехала из Токио, чтобы стать настоящей русской балериной. Долго привыкала к неулыбчивости местных и сложному слову «здравствуйте». Свое танцевальное призвание и семейное счастье нашла в Воронеже. Ценит русских за умение дружить и помогать, даже если об этом никто не просит. Канон, мы в Воронеже, и мы с командой не так давно вроде сюда приезжали, буквально несколько месяцев назад, но уже даже за это время город успел измениться. Да? Хочу начать с твоей истории. Тебе 27, и ты уже более 11 лет живешь в России. Угу. Ну, то есть, получается, ты переехала в 16 лет. Да. Расскажи, почему ты решилась на такой переезд и что ты вообще знала о России? Если честно, я особо не знала о России, я знала только вот о русского балета. Я прямо влюбилась в русском балету и очень сильно хотела прямо именно вот здесь учить настоящий вот русский балет. И так как у нас в Японии нет балетного училища профессиональное, поэтому решила вот переехать. Ты знаешь, я была в Японии, я люблю эту страну, она невероятно красивая. Меня потрясает то, как японцы умеют совмещать технологии и сохранять вот эту природу. Но при этом меня очень сильно удивила вот эта вот закрытость японцев. К себе не подпускаем, лишний раз ни с кем не разговариваем. Да. И это... нас очень сильно отличает от вас. Расскажи, когда ты переехала, какие у тебя были сложности вообще? Или что тебя очень сильно удивило, может быть? Первое время то, что меня удивило и мне даже страшно было, это то, что русские редко улыбаются. Например, вот пойдешь в магазин, здравствуйте, здравствуйте, вот так вот разговаривает, и я спрашиваю что-то, у вас есть вот такой размер пуанты и так далее? Они такие, нет. Вот так вот отвечают. А если это было бы в Японии, они бы сказали, ой, нет, у нас и сейчас нету, простите, пожалуйста, но если будет, то мы будем сообщить вас и так далее. Вот так вот относятся, а тут такой, нет. И я такая, какие-то такие страшные. При этом ты ведь не говорила по-русски? Да, самостоятельно старалась, прям вот учебник купила и постоянно записала слова, которые вот учитель мне сказал, потом по словарю вот нашла, и я такая, колено, 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 окей, вот так вот. А были какие-то слова или звуки, которые очень сложно произносить? Ну, то есть их, например, здравствуйте, нет. Уже сложно. Почему? С самого начала. Вот это здравствуй, вот это маленькие вот эти произношения. Не то, что вот hello, у нас тоже вот конничива, ну, очень простое. А здравствуйте, это уже сложно. И я такая, почему вот просто поздоровиться уже сложно? Ну вот ты знаешь, с одной стороны, Япония и Россия
фактически соседи. Но японцы крайне мало знают о России. Нет, я в шоке была. Когда-то вот я актрисой тоже иногда работала, как вот маленькая подработка в Японии. И там какие-то девушки даже не знала, вот где столица в России. И я такая, что? Москва же! Даже это не знаю, это как так можно жить? Что твои родители вообще знали о России? Как они тебя в 16 лет сюда отпустили? На самом деле, папа, например, приехал в Москву учиться, когда еще было СССР, на 3 месяца. Вот. И поэтому он рассказывал, что там даже туалетную бумагу не можешь купить, там яблоко сложно найти и так далее. Что-то такое вот история рассказывала, меня пугал. А мама про Россию знала, потому что она актриса, и поэтому она очень много всякие разные литературы читали, и она знала, что все-таки творчество, искусство в России — это уровень другой, очень хороший, и поэтому она поняла, что вот я хочу в русском балете вот учиться, то есть в России именно хочу учиться. Мы находимся в Государственном театре оперы и балета в Воронежске. Несмотря на то, что твоя мама актриса, ты почему-то выбрала для себя русский балет. Вначале, конечно, я не знала вот разницы русский балет, американский балет, французский, ничего. Но до этого вообще я хотела в Канаду или в Бостон, вот, попробовала, и там училище лет училась. Хотела в США куда-нибудь, а потом в 14 лет в Японии познакомилась с русским педагогом, и я поняла, вот разница большая, и поэтому вот осталась в русском балете. А в чем эта разница? Очень энергично, вот все это правильно поправит. И я даже каждый день чувствовала, что мое тело изменится, вот каждый день. И я начала смотреть больше русский балет и поняла, что это очень сильно отличается. А русский балет больше такие какие-то вот нежности, тонкости. И не только вот ведущие вот так ярко танцуют. И кардебалет тоже выполняет свою работу. Они вместе вот прямо одинаково танцуют. А в США больше, наверное, вот себя показывают, что ли. То есть кардебалет должен быть одинаковый, а не должен быть как картина. А там вот каждый как-то по-отдельному, по-своему показывает, по-своему танцует. Это больше как шоу, а русский балет больше как все-таки вот традиционное такое культурное искусство. Вот. У нас в России, мне кажется, если не каждая первая, то, наверное, каждая вторая девочка точно в детстве мечтала стать балериной. Часто девочек отдают на танцы. Как происходит в Японии вообще? Многие вот любят и ходят на балет, но не настолько популярно, как в России все-таки, из-за того, что вот нет училища, нет профессионального театра. Поэтому вроде вот девушки многие ходят в детстве балетом, но это как вот просто хобби. Потом большинство бросит, когда нужно будет поступить на какой-то вот средняя школа или высшая школа. Вот. То есть, когда нужно будет зарабатывать деньги потом, ты понимаешь, что... Поэтому просто как вот детское хобби. В России балерины, хотя бы даже кардебалет, могут зарабатывать настолько, сколько хватает на жизнь. Минимально, но все равно хватает. А в Японии, если кардебалет, точно не хватает на жизни. Если я вернусь в Японию, то там не будет возможности зарабатывать. У меня вот очень много разных артистов балета в Японии, но они как для себя танцуют в театре. Некоторые театры даже каждый месяц артист должен оплачивать, чтобы содержать театр. И за спектакль оплачивают, но копейки. Ну, примерно вот 600 рублей, 700 рублей за один спектакль. 2 или 3 раза в год идет спектакль, то есть за год зарабатываешь примерно 1500 или 2000 в самом лучшем случае. Вот, даже в каком-то государственном театре, у нас один есть государственный театр в Токио, тоже там очень мало зарплаты.
12 тысяч рублей. В месяц? Да, в месяц. И в Японии... Нет, это ничего. Да, ничего. Даже, может, на метро хватит, а так нет, на жизнь точно нет. Потому что у нас и средняя зарплата примерно 150 тысяч. И обычно 150 тысяч получают, и один человек могут жить скромно. А тут вот 12 тысяч, не то, что вот скромно или нескромно, вот на улице придется жить, что ли? Да. Да, поэтому обычно, да, официантка или в аптеке что-то где-то работает, и еще в театре вот работает. А японцы вообще не ходят в театр? То есть они не любят? Не, ходят, любят, но при этом почему-то очень сложно сделать театр, потому что, наверное, правительство все-таки не очень поддерживает искусство. Ваш пресс-секретарь вчера, по большому секрету, рассказала, что у вас постоянные аншлаги. Да. И даже на оперу приходит по 700, по 800 человек, при том, что наполняемый зал 1100. Это очень круто. Мы тоже часто удивляемся. Например, у нас иногда идет щелкунчик летом. И мы такие, кому нужно вот щелкунчик летом? Вот это снег и вот это пальто. И вот мы выходим на сцену. И все, почти аншлаг, и мы такие, почему всем хочется смотреть на снег летом? Привычка. У меня недавно было интервью с Хансом Фрай, он руководитель центра «Сириус» в Сочи, и мы с ним разговаривали об опере. Он очень часто устраивает фестивали оперные по всему миру. И он мне рассказывал об отличиях исполнителей оперных из разных стран. И он говорит о том, что азиатские исполнители, ну, в частности, из Японии, из Китая, они очень техничные, они все делают правильно. Но вот в какой-то момент им как будто бы не хватает смелости, потому что культура достаточно скромная, и они немного закрываются. А вот в балете так же происходит или да, нет? Да, я думаю, что да. Я тоже вот замечаю, что раньше вообще по-другому танцевала. Я вроде хорошо танцую в зале, а на сцене вот начинаю так вот как-то скромничать, что ли, или стесняться, что ли, я не знаю, и как-то не очень получается. Вроде одинаковые движения делаю, но при этом у меня вот движение такое какое-то вот закрытое, если я самой вот так вот не открываю. Придется как-то преодолеть себя, а русские вот даже не думают, наверное, об этом, и автоматически вот так вот происходит. Открыто вот так вот танцует, это я тоже заметила, да. Но сейчас уже с опытом как-то привыкла, что ли, наверное. Ты обрусела просто. Может быть. Ну, мне кажется, еще это традиционные танцы тоже совершенно разные. У вас прямо вот так вот прыгает, и это разные техники и так далее вот в танцах русских. А японские народные танцы, они же прямо вот закрытые. Вот так, во-первых, вот так вот мы стоим. Все время? Да. Это потому что кимоно, это вот так вот мы просто с тканами закрываем. А если вот так вот будем ходить, то все открывается. Поэтому мы всегда вот так внутрь, вот так надо ходить, вот так закрывать, закрывать. И, ну, это уже вообще не балет. В другую сторону. И мы вот внутри вот так танцуем. Канон, хочу чуть больше узнать от тебя о Японии, поэтому предлагаю сравнить наши страны в разных аспектах. Мне кажется, один из самых распространенных, на мой взгляд, стереотипов о Японии – стереотип о том, что Япония суперразвитая и диджитализированная страна. Когда я первый раз ехала в Японию, я думала, что я сейчас встречу роботов, которые ходят по улицам, машины, которые буквально летают, понимаешь, ездят. И когда я приехала, увидела, что я не смогла расплатиться там телефоном в магазине, я не смогла вызвать такси из приложения, этого просто ничего не было в Японии. Может быть, я чего-то не увидела в этой стране, и на самом деле это все есть, но где-то оказалось скрыто? На самом деле так и есть. Я тоже вот в России привыкла с телефоном оплачивать, с телефоном все вот такси заказывать и так далее. А вот в Японии вернулась, я уже отвыкла таскать налички. А тут просят налички, я такая, мама, у меня нету налички. Вот так вот было у меня. Ты такси вызываешь в Японии? Позвоню.
по-старинному, по номеру телефона и заказать. Я даже вот, у меня есть японская банковская карта, и когда вот кто-то добавляет, или я попрошу, чтобы сняли, когда я в России, я сама не могу через телефон смотреть, вот сколько там остались и так далее, поэтому каждый раз папе попрошу, чтобы он сходил в этот банкомат. И сделали вот это, распечатали вот эту бумажку, и чтобы я увидела, вот сколько там еще деньги остались. А почему так происходит? Я думаю, что это в том, что у японцев такой менталитет, что сразу не могут доверять. То если уже вот онлайн или по телефону оплачивать и так далее, это все пользуется в России и в Европе, может, даже в США. Но японцы до сих пор вот даже банк особо не верят. И у них в основном вот налички в доме куда-то вот спрятят, где-то вот, может, за какой-то шкаф или где-то вот. У каждого есть такое. С одной стороны, японцы очень молодо выглядят. Но с другой стороны, на сегодняшний день японская нация является самой стареющей нацией в мире. И, честно говоря, меня поверг в шок тот факт, что подгузники для пожилых людей продаются в несколько раз больше, чем подгузники для детей. Угу. Почему вообще так происходит? Я думаю, что многие знают, что японцы долго живут, и поэтому у нас очень много старики. Даже по улице вот ходишь, и там много вот 80-90 лет вот бабушка, дедушка ходят. И еще чем больше рожаешь детей, тем невыгодно было раньше. Не было такие поддержки, поэтому если рожаешь, то все за свой счет, и это очень тяжело было. Поэтому я думаю, что из-за этого вот многие перестали рожать много, и детей мало. Но сейчас вот буквально последние вот 3-4 года, наверное, больше стали вот детей, чем несколько лет назад. Потому что вот как у нас в России, получается, вам платят за первого, второго ребенка. Поддержки вот больше. Демографический кризис, такая яма получилась. Ага, да, и за то, что вот это забеременела, тоже оплачивает. Ну, мелочь, но все равно поддержки есть какие-то. Канон, я знаю, что у японцев есть такая некая традиция собираться вместе и любоваться природой. Угу. Расскажи, в чем это выражается, и замечала ли ты в России такую любовь к природе? Это же есть естественная красота все-таки. Японцы очень любят вот естественные красоты, и поэтому даже такие вот традиции тоже, культуры тоже остались. Вот. В России тоже, мне кажется, природу любят. Даже у вас же дача есть. У нас вот в Японии нет такой вот дача, как дача. Это у кого очень-очень такая вот богатая семья, у них, может быть, есть дом для лета где-то в другой стране. Это прямо очень богатое. А так вот, как дача, такого у нас нету. Я даже слышала, что это большая мечта японцев — иметь дачу. Это правда? Ну да, это да. Но многие понимают, что это мечта, которая не сбудется. Вот ты знаешь, ты начала говорить про естественность, и я сразу почему-то вспомнила бьюти-процедуры. Потому что очень часто люди путают Японию с Кореей. И вот если в Корее очень распространена пластика, в Японии, наоборот, японцы за естественную красоту, пластики минимально, пластического хирурга найти практически невозможно, но... Если ты заходишь в аптеку или в магазин, я не знаю, у меня просто разбегались глаза от того разнообразия всевозможных масок, каких-то патчей, каких-то штук согревающих, разогревающих, расслабляющих. Что это вообще и почему это так распространено в Японии? Это и есть естественная красота. То есть это не то, что вот что-то добавлять, или вот пластика добавить, или что-то там это, силикон что-то делать. Это вот уже неестественно. Но если за здоровье вот ухаживаешь за себя, это же есть все-таки вот естественная красота. И поэтому я думаю, что очень много всяких разных. Не то, что вот типа вот ресницы делать, как вот в России часто делают, то я тоже делаю на самом деле. Или вот брови, или губы накачивать. Не так, а просто вот так, как и есть, но при этом вот сохранять вот эту вот свою вот красоту, что ли. А ты, когда приехала в Россию, ты удивилась нашим стандартам красоты?
Но не то, что это в красоте удивилась, а иногда же бывает вот перебор. Я когда-то вот в Воронеже видела на вокзале девушка с такими здоровыми губами. Я понимаю, что нельзя на человека смотреть, как вот я, меня воспитывали в Японии. Нельзя смотреть на человека, неприятно будет. Но я не могла не смотреть. Я вот так смотрю, я такая... Это у меня глаза какие-то странные. Или это реально такие губы? Я такая... Не могу понять, почему такие вот здоровые губы, как так можно, это красиво, некрасиво вообще. Вот такие вот больные люди, вот я не понимаю, конечно. Канон, знаешь, про нас, про россиян, очень часто говорят в мире, что мы достаточно закрыты, но когда нас узнаешь чуточку ближе, то у нас буквально душа нараспашку, мы все такие дружелюбные, открытые. Да. У японцев чуть-чуть по-другому. Японцы, в принципе, достаточно закрытая нация, закрытый народ. И, как мне кажется, иностранцам, ну, если практически, не практически невозможно, то очень сложно вообще стать своим. Расскажи, как ты чувствовала себя здесь и как быстро ты смогла найти здесь друзей? Мне очень повезло. У меня в одном классе были двое девушки, которые прямо вот старались со мной близко общаться. Одна говорила прекрасно хорошо на английском, а вторая ради меня начала изучать английский язык и пыталась что-то вот как-то понять друг друга. До сих пор вот переписываюсь, я даже поехала на свадьбу ее. Я со временем это заметила, не сразу, в том, что с русскими, если близко общаешься и ближе будешь вот друзьями, то они прямо, как сказать, прямо становятся как семья, что ли. Очень помогает во всем. С японцами так особо не получится. Все-таки вот самые близкие — это только семья. У меня в Японии только одна подруга, наверное, которую я могу сказать прямо вот подруга. Вот и все, наверное, больше нету. Подожди, а как в Японии, получается, японцы не дружат между собой? Или это как-то в другом дружба заключается? Не очень понятно. В другом дружба. То есть какие-то такие более поверхности. Можно походить вот в кафе, кинотеатры, повеселиться. А так вот глубоко общаться, ну, не знаю, наверное, не очень принято. Даже пара тоже отличается. В России пара — это, ну, муж и жена. Это же они друг друга поддерживают. Муж может вот рассказывать о своей работе, после работы. А в Японии такое, ну, не принято. И даже некоторые отдельно спят для того, чтобы не прерывать сон. Ну, то есть, если вместе спишь, то может один может вот двигаться от этого, другой может просыпаться. И это очень плохо для сна. Вот, и я, если честно, это не очень понимаю, у меня семья другая. Ты прочитал Библию? На японском, да? На японском, о, молодец. Это вот означает святая, что ли? Нет. А если вот говорить о Японии, процент разводов там большой или семьи достаточно крепкие? Я думаю, что там семьи не очень крепкие, но при этом развода очень мало. И я заметила об этом уже вообще давно. И почему так происходит? Потому что развод у нас очень сложен по документам, но при этом вот семейное вот это отношение вот, ну, не очень. Такая семья очень много. У меня вокруг тоже, ну, я видела очень много всякие разные семьи. И у меня вот знакомый тоже был в такой ситуации. Он русский, кстати, а жена японка. И отношения как-то, ну, не сложилось. И у него вот двое детей были, но он сделал развод, написал. А потом он понял, что в Японии в разводе очень тяжело. В итоге он вернулся к этой жене. И как-то вот старается наладить отношения. Поэтому у нас очень много такая семья, которая морально уже в разводе, но при этом по документам нет. Большинство, даже жена и муж, особо не разговаривают. То есть друг друга просто помогают, поддерживают, и все. Типа никаких пониманий нету.
Вот как раз вот этот русский, он тоже сказал, что вот мне не хватает понимания от жены. Она вроде все делает за детей, и она очень хорошо вот как домохозяйка, но при этом она просто говорит, вот иди работай, мне нужны деньги для детей, все. И ему просто нужно понимание, что ему тоже тяжело, иногда хочется вот это рассказывать, высказать и как-то поделиться. И он рассказывает, что этого не хватает. И такая семья очень много, мне кажется. И даже вот жена тоже терпит за все вот это стресс, за то, что вот воспитание детей тоже тяжело. И она тоже об этом не рассказывает мужу. То есть это твоя проблема. Это к чему в итоге приводит? То есть стресс на работе, дома ты ничего не рассказываешь. Ты идешь к психоаналитику вообще? Развита эта система психоанализа? Или самоубийство просто заканчивается? Самоубийства у нас много, я думаю, что это из-за этого. Из-за того, что вот ты не выскажешь и молча просто терпишь, и накопится стресс, ну, естественно, вот хочется уже умереть. Я думаю, что из-за этого у нас очень много самоубийства, и я очень считаю, что японцам нужно научиться высказать. Кто как не русские могут им в этом помочь? Канон, у нас люди, которые любят друг друга, обычно в семье или вообще в отношениях называют друг друга какими-нибудь ласковыми именами, типа зайчик, солнышко, котик и все такое. А в Японии есть такое? А в Японии, кстати, особо нет такого. Как тебя называет в твоей семье твой муж, Женя? Женя? Он меня называет Кавайка. Это есть вот слово Кавай и Кавайка. Кавай это же вот мило на японском. И он может меня называть Кнопочкой. Я не знаю почему. А еще Баклажкой. Я не знаю, почему баклажка я. Ты знаешь, что такое баклажка? Да, бутылка. Его мама может меня называть солнышко, потому что вот я из восходящего солнца, вот из Японии. Поэтому она такая, тебе прямо очень подходит вот солнышко, я тебя буду называть солнышко. А тебе нравится вообще такая русская традиция называть друг друга зайчиками, котиками, кавайчиками? Не, интересно, но мне, если честно, не очень нравится вот это стандартное, вот это зайчика или что-то. Но когда вот такое оригинальное придумывают, вот баклажка или вот кнопочка, мне нравится. Баклажка вообще топ. А ты моя баклажка. Я такая, почему баклажка? Ну ладно. Я даже не знаю, это ласково вообще. Я просто это говорю бутылку с акцентом до сих пор. Я никак не могу вот нормально сказать бутылку. И, наверное, из-за этого вот для него вот бутылка стала какая-то вот для него какой-то милой, не знаю. И поэтому решил меня называть баклажкой. Не знаю почему. А вот если возвращаться к началу отношений, то как проходят японские свидания? Скажи. Ну, конечно, у меня вот японский парень не было, я не была в отношениях это с японцем, поэтому... Ну, среднестатистически, ты же все равно знаешь. Да, это как-то знаю. Первое время я слышала, что мужчина не угостят. То есть половина-половина. Потому что когда ты встречаешься, и мужчина, и женщина оба работают, естественно. И поэтому, ну, оба есть вот зарплаты, то есть оба надо вот оплачивать. Может, вот мужчина может оплачивать чуть-чуть больше, но так оплачивают оба. Это после вот брака, ну, вот мужчина все обеспечивает. Насколько я понимаю, в Японии по-прежнему развит патриархат, и девушки стараются выйти замуж за обеспеченного мужчину, чтобы не работать, сидеть дома и воспитывать детей. Ну, такая японско-русская мечта практически. Вот если говорить о тех, ну, понятно, безусловно, и у нас в стране, и в Японии есть девушки, которые хотят быть самостоятельными, работать, зарабатывать деньги, но тем не менее. Если мы говорим о японках, что значит удачно выйти замуж по-японски? А если вот прямо по-японски, да, как многие считают, у богатого, наверное, выйти замуж, например, вот у врача. У нас врач – это самая лучшая работа считается, одна из самых лучших.
И, ну, стать, конечно, сложно. Там очень много надо всего изучать. И если станешь врачом, то это уже говорит о том, что богатым стал. И поэтому даже очень многие родители хотят, чтобы дети стали врачом. А в чем заключается тогда это богатство? Ну, там, я не знаю, условно, 5 домов, 10 машин. Что должно быть там? Самолет личный. Ну, богатый — это вот у кого есть, например, в центре хороший дом и есть и машина, а хорошая тоже. Да, и могут себе позволять в ресторанах сходить, например, ну, не дешевый, а вот хороший, дорогой. И могут не думать о цене, одежде, обуви, им покупать вот что захотят, вот сумки. И дети могут позволять все, что угодно. А так не прямо вот так вот. Ну, понимаешь, вот прямо вот такая вот богатая, такая миллионер, и не такое. А как все-таки молодежь в Японии относится к браку? Ну, то есть они стремятся к нему, или все-таки они стремятся сначала сделать карьеру условно, а потом семью? Обычно карьера, а потом семья. Поэтому в основном выходит замуж около 30 девушки, а мужчина даже может после 35. А я правильно понимаю, что в 16 можно у вас выйти замуж, но только с разрешения родителей? Девушке можно со 16, мужчину можно с 18. И до 20 нужно разрешение от родителей. И с 20 лет можно вот спокойно кто угодно, мужчина, девушке. То есть полное совершеннолетие в 20 лет происходит? Да. А алкоголь с какого возраста? Тоже в 20. Машину тоже с 20 лет можно водить. Сигарет тоже можно курить с 20 лет. А если возвращаться к менталитету, то меня очень удивило в Японии то, как люди относятся друг к другу. Когда я впервые в Токио спустилась в метро, я сразу скажу, что метро в Токио такое, что я вообще в целом не понимаю, как вы на нем передвигаетесь. Потому что это я тоже не понимаю. Там просто, не знаю, 100 веток, ага. Они разных цветов. Ты да. Берешь билет только строго от одной станции до другой. Да, еще одна линия. Вот это в эта линия соединяется, а это в эта линия, а это в эта линия. И непонятно, вот на какой поезд сидеть. Приложения никакого нет. Есть огромные карты, где ты стоишь и что-то изучаешь. Я попросила одного дедушку мне помочь. Так он не просто подсказал мне, он взял меня за руку, подвел к этой карте, показал, как проехать, помог оплатить, потому что это тоже не очень просто в Японии. Да. И после этого отвел меня практически к поезду, показал, что нужно встать в эту линию, постоять. Почему так происходит? Откуда вот такая взаимовыручка? При том, что японцы достаточно закрытые. Но при этом, может быть, ты заметила в том, что если не просишь помощь, то не помогают. Да. Даже если вот видно, что, например, мама с это, ребенком вот так вот и едет, и, естественно, вот даже вот одну ступень поднять, ну, нужна же помощь. Но если она сама никому не просит, то никто не поможет. Это тоже как-то для меня странно. Это вопрос к личным границам, которые японцы... Ну, я думаю, что да. То есть, если не просит помощь, может быть, она не хочет, чтобы вот чужой человек трогал или что-то такое. А как в России происходит? Когда, например, я с чемоданами еду в метро, я никому не прошу помощь, но сразу вот мужчина подходит и поднимает мой чемодан, и когда вот лестница и так далее. Если они сами видят, что вот нужна помощь, то сразу помогает. Хочу обсудить с тобой еще одну тему, которая, как мне кажется, очень интересная. Вот когда я была в Японии, я вечером пришла на ужин в ресторан, который находится при отеле. Поела, заплатила за ужин и оставила чаевые. Утром, когда спустилась на завтрак, ко мне подходит официант и говорит: «Извините, вот вы вчера у нас вечером ужинали, и вы забыли деньги». Я думаю, какие деньги я забыла, ничего не понимаю. Оказывается, это те деньги, которые я оставила на чай. Угу. Они подумали, что я забыла сдачу и вернули мне ее. Это везде в Японии такая практика? Да, и да. Почему? Даже если ты оставляешь вот 1 йен, ну, то если стоило, ну, 999 йен, и ты такая, ну, ладно, 1000 оставлю, все равно они вот за 1 йен бегают. Вы забыли, вот, сдача.
вернут, они как-то вообще не воспринимают вот это чай-ви. У меня тоже был такой случай, когда я сходила в каком-то парке, а у нас есть десерты из лёд. Я очень хотела попробовать, но уже магазин закрылся, и я так расстроилась. И я подошла к продавцу и сказала: «Вы уже закрылись, да?» И она такая: «Ну да, приходите еще». И я такая: «Мы уже из России приехали, не можете делать хотя бы одну?» Такая на японском. Да. Вот, и она такая: «Ну подождите, сейчас тогда спросим». И она вот вернулась и сказала, что если одну, мы можем делать. Вот, и я думала, ну такая ситуация, прям вот они только ради нас делали, несмотря на то, что магазин закрылся, поэтому я хотела чуть-чуть вот чай-ви оставить, и я чуть-чуть больше дала, чем стоимость. Я такая: «Ну, держите, потому что вот вы это для нас делали». Они такие: «Не-не-не-не-не, это столько не стоит». И просто вернули: «Не надо, нам не надо, вот столько стоит, и все». Почему? Не знаю, у них, наверное, вот и есть уже зафиксированная вот такая вот зарплата, и не принято как-то больше получить, что ли. То есть, получается, менталитет европейского или американского человека: «Я работаю, и мне не доплачивают, я должен получить еще сверху чаевые». А менталитет японца: «У меня есть рабочий день, есть четкая оплата, все». Да, и все, да, больше вот мне нельзя получить. Канон, но не могу, конечно, тебя не спросить про японскую кухню. Мы здесь, в России, очень любим японскую кухню. И в каждом городе России можно найти какой-то суши-бар, либо какое-то меню с различными суши и роллами. Я поэтому специально купила суши, купила роллы. Хочу, чтобы ты их попробовала и рассказала, какие из них все-таки настоящие японские, а какие нет. Давай. Давай. Но я думаю, что если ты была в Японии, ты сама понимаешь, что это вот у нас нет. Даже вот это ни одного у нас нету. Но на самом деле мне нравятся вот эти роллы в России. Просто они совершенно другая кухня. Вот, и часто мне тоже спрашивают, вот японские суши и русские суши, что вкуснее и так далее. И я такая: «Ну, это как будто вот вы мне заставляете сравнивать, что вкуснее, пицца или шаверма. Они вроде вот как-то в тесто и все как-то похоже, но при этом совершенно разные блюда». Вот так же вот я могу сказать, вот русские роллы и вот японские суши, они просто совершенно разные. А это с чем? С сыром, по всей видимости. Ой, васаби, я кстати, видела в одном ресторане, в небольшом городе в России, настоящие русские суши, они были с селедкой. С селедкой, понимаешь? Ну и сливочный сыр тоже у нас нету в суши, не добавляют. У вас же молочные продукты, в принципе, не очень усваиваются, да? Практически нет? Да. Какие твои самые любимые из русских суш, назовем их так? Давай сейчас попробуем. Тогда это что? Давай, чин-чин. А как, кстати, вот у нас там в Европе чин-чин, в Америке чирс, у нас за здоровье, а в Японии? Кампай. 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 Вкусно, только я не понимаю, что это вокруг. Яйцо? Вкусно, и слава богу. Давай еще немного сравним наши страны, но уже более точечно. Образование в России и в Японии. Насколько я вообще знаю, каждый год твой класс, в котором ты учишься, он меняется. Uh-huh. А, да, это да. Это правда? Да, в школе, которая с 1 до 6 класса, там вроде через 2 года меняется. А потом вот в старшей школе, ну или средней школе, как называть, не знаю, с 7 до 9, там вот каждый год вроде меняется. А зачем это делается? Я думаю, что это для того, чтобы не привыкать. Если вот привыкаешь, например, 6 лет, и если одинаковые люди в одном классе, то очень сильно привыкаешь уже к ним. И... Но для учебы, может быть, ты считаешь, что это нехорошо. А как ты оцениваешь вообще уровень образования в Японии и в России? У нас невозможно купить образование.
то есть в России же есть же возможности, когда вот ты хочешь и очень большую сумму оплачиваешь, что вот можешь какое-то вот образование получить. Ну, сейчас все меньше этого, но раньше Вот. А у нас вот никогда не было такого, если не учишься, то нет. Жилье в России и в Японии. Соотношение цена-качество. Если в Токио сравнивать, конечно, ну, я думаю, что часто вот через интернет тоже показывают, настолько вот такая маленькая квартира, одна кровать и рядом кухня, такой вот, стоит это нормальная цена, столько, сколько ты могла бы позволять в Москве, например, трехкомнатная квартира, вот. Конечно, вот в Токио, да, такая происходит, но а так, если не именно в Токио, то на самом деле мы тоже можем адекватную квартиру снимать. Даже моя семья живет в доме, не квартира, двухэтажная, там 6 комнат, и папа оплачивает примерно 80 тысяч рублей. А они в аренду его снимают? Да, аренду снимают. И, а в ипотеку почему не берут? Дорого? Да, у нас на самом деле невыгодно будет купить жилье. Так вот, по аренду гораздо выгоднее будет. Некоторые просто прямо хотят вот купить дом, и они до конца жизни оплачивают вот ипотеку. Или даже вот до смерти не успеют оплачивать, и детям придется это вот продолжать оплачивать. Вот. Поэтому у нас эта аренда гораздо это, лучше. А здесь как, на твой взгляд? А здесь, я думаю, что лучше купить в России. У Жени тоже есть и своя квартира. Гораздо так выгоднее. Канон, у меня осталось 3 вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Ты готова? Да. 3 главных качества русской души. Для меня все-таки вот как творческий человек, наверное, вот классическая музыка, балет, потому что, как сказать, в Японии все как-то больше современное, чтобы развиваться дальше. И немножко есть такое вот, забывают о творчестве, о классике. А в России до сих пор остались вот эта классическая музыка и классический балет. И ходишь на улице, там много разных старых зданий, с которыми остались много историй. И это очень круто, что вот все люди ценят такие вот старые вещи, вот, и даже вот литературы. 3 вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Это неровная улица, дорога. Очень сложно таскать чемодан. И когда ездишь, постоянно вот яма попадешь. Даже когда ходишь в дождях, когда едет машина, тебя могут вот брызгнуть. И вот это вот никак не могу привыкать, и не нравится очень. И все-таки больше хочется, наверное, чистота. В Японии прямо очень чисто. Ну, так как ты была, наверное, вот заметила, прямо вот везде очень-очень чисто. Еще иногда, ну, в Москве, кстати, уже не замечаю, а так иногда бывают грубые отношения с незнакомыми людьми, то есть продавец могут вот грубо что-то сказать. Я просто спросила, например, где можно покупать вот такой вот товары, и грубо могут отвечать из-за того, что, может быть, у нее было какой-нибудь конфликт с семьей или не знаю. Вот это тоже, ну, не хочется. Что русскому нужно для счастья? Наверное, больше думать о других людей, но только это тоже все-таки зависит от самого человека. Есть люди, вот, умеют думать о других, но я замечаю, что в России многие не могут думать о других людей. Например, вот даже в подворье могут украсть лампу. Но одну лампу купить сложно. Это очень сильно мешает для других жителей. Ты не можешь нормально, спокойно подняться лестницы. Или вот шумит могут на улице, когда вот день рождения. Понимаешь, что у вас день рождения, но у кого-то, может быть, завтра рано утром работы. И можно как-то хотя бы в помещении отмечать, а не на улице вот так вот орать. Ну, что-то такое вот, которое, мне кажется, не хватает.
думать о других людей. Вот. Наверное, это. Если бы это было бы, то я думаю, что многие жили бы гораздо счастливее. Спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас получилось очень интересное интервью. Спасибо тебе большое за то, что ты провела эти дни с нами. И вам спасибо. Спасибо за то, спасибо за то, что показала Воронеж своими глазами. И несмотря на то, что мы активно сравнивали наши с тобой две страны, я думаю, что главное помнить, что хорошо там, где мы есть. Да, это да. Это проект «Мы и они на выезде», и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно, подписывайтесь на нашу группу в ВК и Телеграм-канал. Ведь все, что не входит в основной выпуск, теперь именно там.